Привет, дорогие подписчики и зрители наших каналов. С вами снова летучий отряд ODST, Джек Шепард и Артур. Всем привет. Мы на квадробайке. Подожди, давай я тоже квадробайк возьму. Я, правда, давай. Просто квадробайки, в чем их суть, они на них-то отстреливаться не можешь, поэтому я даже не знаю. Может, мне лучше все-таки сесть сзади? Давай лучше давай. Так. И пытаться как-то отстреливать. Короче, мы нашли очередные припасы для нас от нашего правительства. Оно нас любит и хочет, чтобы мы выбрались отсюда. Но у нас не получается уже шестую серию подряд. Так что, Джек Шепард, давай двигаться, и я тебя буду направлять сейчас. Я очень плохо еду. Нам сюда же, да? Ну да, куда-то сюда. Так, сейчас будет поворот направо. Прав был, все четыре колеса, не понимаю, что делать. Может, я? Да, давай ты. Так, надо открыть сначала. Давай дверку открою и запрыгну назад. Мангуст. Все, пассажир готов. У меня на спине снайпер, и в руке снайпер. Я навоюю. На ходу. Ой, да, навоюю. На ходу это будет. Блин, а как отсюда уезжать-то? Так, я сейчас уже мне надо визор включить. Ой, это непростые враги, Джек Шепард. У нас проблемы. Валим. Никаких проблем. Предлагаю сваливать. Как отсюда выехать вообще? Пилот, пилот. Просто валим. Ой, огни влетят. Ой, у меня фреймрейт упал. У меня все зависло, да. Так, быстро открываем. Давай. Они идут. Броняться. Открывай дверь. Уезжаем нафиг. О, хорошо. Ты... Вовремя. Да, очень вовремя надо открыть. Так, ладно, вроде он живой. Надеюсь, я туда еду. Пока что вроде. Да-да-да, гони-гони. Подожди, вон там припасы для нас. Забей на припасы, мы хотим жить. Да за нами эти не гонятся, мы гермодвери закрыли, гермостворки. Короче, я вылезу, я думаю. Да. Хорошо. Хочу вести, хочу быть пассажиром. Это если вдруг кто не слышал еще нас в городе. Блин. Опять у меня игру заглушили и базарили, девчонка. Окей. Джек Шепард, я не совсем понимаю, куда мы едем, но я думаю, все будет хорошо. Я так не думаю. Нам налево. А нет, налево некуда. Прямо едь. Он абсолютно бешеный. Закрыто? Ты уверен? Блин, точно. Что нам куда-то в правую сторону? Судя по меткам. Я не вижу здесь дороги вообще. Блин, это тоже не открывается. У меня засветы какие-то, просто я не вижу двери, которые открываются. Но не поддается. Вот сюда и, наверное, вот здесь наверх, да. Хорошо. Блин, я не думал, что здесь будет вообще можно ездить. Тут столько накидано всякого на дороге. О, открыты двери. Я выскакиваю. Открываю, сажусь. Ну, я пока прикрываю. Почему я застрял? Очень странно было. Все, гоу-гоу-гоу. Топим. Сваливаем. Аккуратно, здесь еще один. Высаживайся. Пока вроде спокойно. Сим-сим. Откройся. Сим-сим, чего? И что, два танка? Он не открывается. Он сломан. Блин, так, я маленько посмотрю путь нам сейчас. Нам нужно маяк опять найти. Сейчас мы заедем в очередной пункт... Подожди, ты сел? Да-да-да. Очередной пункт припасов, а потом уже... Так, не то, не туда. Ну, вон справа я вижу. Да я себе поставил выпад. Не-не-не. Окей. Отсюда. Я что-то видел. Ух ты ж, господи. Наконец-то звук вернулся ко мне. Так, хорошо. Мы почти доехали. Так, вот и есть. Сними его. Угу. Их нужно убить, Джек Шепард. Ой-ой-ой, слезаем. Я, говорит, тебе чресла вырву голыми руками.
Я надеюсь, это не я тебя задел. Нет. Стреляет. О, господи. Нормально. Что-то у меня с наводкой сегодня уже. Падай. Да падай ты же, господи. Где этот? Еще один. Ох, хорошо, у него мозг вышел. Так, ну здесь, по сути, то же самое. Ладно, я думал, что-то новое будет. Что, хорошо. На квадрик обратно? Ну, да, сейчас я посмотрю, что во, здесь есть. А, еще два. Да, еще два квадрика. Но смысла брать нет, как видишь, тут можно либо водить, либо стрелять. Поэтому лучше... Да пошли на тот. Тот милее, тот наш. Так, с этой стороны, в принципе, тоже можно проехать. Да. Хорошо. Сейчас, значит, доезжаем до упора. А, я же за рулем. Так, то да. Это там суки за окном такие. Но, тоже ребята гоняют. Ну, не так, как мы, Джек Шепард. Да блин, вот это вот выскакивает штука. Так как мы, я тебе скажу, вообще никто не гоняет. Ну, психов нет. Так, хорошо, там враги. Там был телефон, но я думаю, брать мы его не будем. Мы, я думаю, поедем дальше, да. Так, все, мы приехали куда-то. Прибыли. И куда дальше? Куда прибыли? А, нет, у меня почему-то waypoint не туда показал. В общем, площадь, которая за нами, нам туда. 110 метров нам назад, да? Нет, нам. А, нет, нам вот сюда. 14 вообще метров. Так, ты со мной? Да. Я просто маленько обманулся по waypoint. И я уже слышу. Вон оно, висит, видишь? Что-то висит. Нет, пока. Вон, на проводах. Ага. Это снайперская винтовка. Офигеть, как она туда попала. Она еще погнута вся. Зачем она ему? Она же видно, что битая просто вся уже. Да. Так, в общем, сейчас вам покажут, похоже, как там дач с Микки направились в полицейский участок, потому что там их Бак, командир, ждал. Сейчас, видимо, мы увидим, что произошло. Интересно, с кого будем играть? Сейчас посмотрим. Ну, как мы обычно там за дача и дача 2, за Микки и Микки 2. Ага. О, теперь Ромео. Мы за Ромео и Ромео 2. Ромео — это афроснайпер. 3 часа после высадки. Полицейский участок. Clear? Чисто. Yeah, we're good. Да, мы в порядке. Hey, rookie. Эй, руки, ты там? Ответь. Respond. That's an order. Это приказ. Give it up, Gunny. Да сдайся, Ганни. Даже если он не мертв, то он потерян в этой каше. Мы не пробьемся, наша связь. Сдаться, да? Почему ты тут со мной? Ну, я тебе просто говорю, я же, говорит, еще живой. Добро пожаловать на борт, дамочки. Останавливайтесь где угодно, но не здесь. Офигеть, я чуть не пришел. Микки, дач! Статус! Микки с дачем упали. Alive or dead? We're pulling them out. Мертвые они живые, но мы их вытаскиваем, понял? Make some noise. Пошумим. Я прикрою тебя. Так, хорошо, пойдем спасать пацанов. Дач пока самый прикольный такой, да, с Микки? Парочка. Так, хорошо, пойдем за Баком. Thanks for picking such a tall building. I'm really digging all these stairs. Спасибо, говорит, что выбрал такое высокое здание. Я, говорит, ты правда устал, поднимаясь сюда по лестнице. Point taken.
Прекратишь, говорит, когда-нибудь ныть? Так, вроде спокойно. О, вижу уже. Тоже вижу. Меня сейчас увидят, походу. Хорош мы его с тобой. Ага, и летит уже кто-то. Так, фантом там сзади сейчас. Ой, там кто-то нехороший. В больших объемах. Я только писк слышу. Снял с турели парня. Я захожу на турель. Давай, прикрою. Да эта хрень меня расстреливает. Это плохо. Нет, надо слезать. По мне лупит со всех столов. Да получай это уже. Да твою мать. Где там это сволота? Кидай. Хорош. Фу. Было опасно. Ты тут уже к нам мелкий забежал. Давайте, рубить его. По-моему, там все умерло. По-моему, да. Так, мне кажется, лучше немножко всех обойти. Там, так, вижу снайпера. Мост, да там не один. Сколько там, офигеешь? Первый умер. Да блин, они в меня попадают, и у меня прицел сбивается. Второй отъехал. Давай. Третьего нет. Молодца. Еще кто? Четвертый. Упал? Ага. Хорош. Ладно, пойдем еще выше. Работает спецназ. Блин, меня по птичку нигде не видишь. Ты пока... О, бегут мелкие. А там и крупные бегут. Гранаточку. Да куда ты? Спокойно. Хорошо. Ломай его, ломай. Упал. Я его просто истыкал. Че там все хуй, смотри на него. Расстреливает, труп стоит. О, здесь уже их перебили. Да. Патронас. Конечно, возьмем. Так, ладно. Здесь снайперка, но я ее взять не могу. Ну, наверное, у тебя потому что такая же есть. Не знаю, у меня максимум. Возможно, просто... у меня максимум патронов. У меня максимум. И у тебя, наверное, максимум. Хорошо. Снайпер наверху. Первым выстрелом, говорит, его убей. Ой, там их до хрена. Убил одного. Второй, хорош. Только на него прицелился. Хорош, там еще набегает, там турель есть, сейчас я его сниму. Блин. Готов. Ой, слепилку кинули. Ох, гады. Сдохни ты уже, ну. Сейчас спецназ залетит. Ничего не вижу. Офигеть, они там. Я пытаюсь снайперки решать. За турель один сел. Приземлился.
Сел один за турель. Приятель. Упал. С турели. И вперед пошел. Да. Да, блин. Хорошо. Насовали его. Полную морду кулачков. Пушки. Так, я бы у них забрал оружие, потому что у меня кончились патроны. Неплохо их постреляли. Блин, вот этот лифт такой прикольный. Хорошо, нам нужно быстрее добраться. Посидел такой. Так я покрутился, ничего не увидел. Здравствуйте. Получай. Окей. Нормально порубали. Сначала вперед бежал, потом раз такой и назад побежал. Ну, я поубивал там мелких. Там турели есть, я не вижу. Ну, он сказал, что да, уничтожьте чертову турель. А, вижу, погоди. Все. Да там уже кто-то упал, я вот только прицелился. Снял. Так, вот давайте вот без этого. Что-то там опасное у тебя. Ну, что-то они меня тут начали прессинговать. Блин, патроны кончились. Ну, что это? Жбан давай, хорош. Так, да, сейчас будет команда зачистки. Кто на нас? Бак опять труп расстрелял. Психопат. Черт. Ну чё, кому еще? Какие-то проблемы, что ли? Проблемс. Проблемы. Нам не нужны совсем мы. Зачем мы? Проблемы. И нет проблемы. Там дач, видишь, с Микки. Снайпер! Угу. Так, врываемся. Тут снайпер были. Были. Капец, а мы что, по этой штуке к ним пойдем, что ли? Ну, окей. Ладно. Врываемся. Достаточно широкая пойдет. До сих пор врываемся. Let's get the hell off this thing. Все еще врываемся. Ой, чего она шевелится-то? Нет. Все, подойти, говорил, ешь поменьше. Я бегу быстрее, мне норм. А вот что с тобой там сзади будет, я не знаю. Какое-то свежее мясо. Упасть, наверное, могу. Да, посмотри вниз, там дна не видно. Спитнес. Давай. Хорошо. Дорогие зрители, вы не думайте, что прохождение становится упоротым. Просто мы уже уставшие. Нет, просто душу так отводим. Их нужно убивать. Мы обязаны их убить. Он по мне кто-то стрелял. Тут много кто стреляет. Но это конкретно по мне стрелял. Why am I not surprised? Так, почему что-то там нехорошее летит. Phantom, dead ahead. Тут просто бомбардируют нас, не по-детски. Да, отдохнет уже, но... И посмотри, что я взял. Что я таки взял? Ты посмотри, с чего я стреляю. Ты посмотри, с чего я стреляю. Ну, примерно с одинаковой штуки стреляю. Мне понравилась эта штука. То есть она самонаводящаяся, что ли? Ну, как-то так, да. Надо потом в прицель держать или само попадет? Само попадает. Хорошо.
Или не попадает, когда как. Тебе так подходит с своей стороны. В ноги кто-то упал. А, у меня нет патронов. Шибись теперь. Музыка такая четкая. Давай, 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 давай. Мелка другого только что был. Товарищ просто не рад и полетел домой. Охренеть. У меня есть лазер. Нет, лазер-то плохо. Вот мне больше нравится. Так, там по земле кто-то бегает, я смотрю. Да, ими, я думаю, наши парни займутся, нет? Ну, неплохо справляются. Так. Я просто в упор взорвал. Двух коротышей. Ой. Вам тут не рады. Все. Вот это было круто. Ой, летят, летят, летят слева. У меня стрелки нет. У меня есть, я попадаю даже. Давай, давай. Пусть все, бежит. Все, патроны кончились. Пью, 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 пью. Да. Ну ладно, он развалился в воздухе. Так, хорошо, кто там еще что хочет? Тут у меня пулемет, что ли? Блин, ушел, гад. Капец, он вертится. Ты посмотри на него. Сливайся, ну. Что-то мы да. Внезапно перестали попадать. Еще одного сейчас снимем. Ты прям на нас зашел. И ушел прям от нас. Ушел. Так, у меня еще две. 60. Там кто-то к нам летит, походу. Я уже не попадаю. А вот в эту здоровую смогу. Нет, так, попадаю. Ладно, все будет хорошо. Ты главное держись. Вот так. Вот это вообще круто. Давай. Ты взрывай, ну я три штуки за ним отправил. Капец, меня тут летает, меня чуть не пришибает какими-то вещами. У меня один выстрел остался. Ну все, я уже больше буду по земле сейчас стрелять. Хотя никто не может высадиться, потому что мы сломали все, что можно. Давайте, деточки. Ой, что ж тебя ждет-то, а? Блин, эти банши тут. Не стоило на меня лететь. Приходите еще, да? Ой, сколько тут десентировалось. Эта штука что-то не особо взрывается. Ну, ладно. Мы почти прошли через это, ребята. Еще чуть-чуть. А, блин, я чуть Микки не застрелил. Молодец. С провалим задай. Давай, давай, давай. Дай сюда. Я взорвал что-то вообще. А, у меня спецназ сзади прошел. А. Капец. Блин, я пушку потерял. Ты погиб? Да. Это ты, да? Да, взорвал ракеты тебе и себя. Окей. Знаешь, мне просто казалось в какой-то момент, что у нас преимущество большое. Ну да, нормально. Решил уравнять шанс. Надо так. Только выбросил свою пушку отсюда. Отдай это мне.
Улыбайся ты, о! Ой, там такие штуки летают, страшно. Вот, счастливее за ним было. Хорошо. Может, у нас какое-то задание есть? Отбиться надо. Ну, то есть помимо. Да нет, все хорошо. Окей. Ну давай, заходи ко мне. Ого. Вот это вошло, так вошло. Кстати, довольно спокойно. А, нет, смотри, еще. Давай, падает уже, да? Вот так, хорошо. Так, сейчас спецназ полезет. Ой, я в самом месте. Ничего себе. Так, по небу вроде никто не летает, поэтому я... Все, остался десанток. Ну, где же ты? Да. Еще один, все. Все, прорвались походу. Ого. Офигеть. Не. Вот как это произошло. Здорово, господи. Убери эту хрень с меня. Капец. Метра 2.5, это дура такая. How bad? Насколько плохо? Not good. Плохо. We're gonna get you out of here. Мы тебя отсюда вытащим. By air, we're not. По воздуху нет. It's all right. Да это нормально. I know another way. Я знаю другой путь. Да. Нехило нам Серёга поломал, наверное, там, чертовой матери. Хотя броня, может, защитила. Но пробил, по крайней мере, точно. Главное, что жив остался. Ну да. Ромео такой. Неплохой снайпер. Без снайперки. Снайперка на проводах осталась. Снова нуар. Снова. Дождь кончился, кстати. Угу. Да. Ну что ж, у нас осталось последнее место, куда нам нужно выдвигаться. Это у нас получается Кикуани Стейшн. Туда перейти тоже довольно далеко, 500 метров. Но сейчас, я думаю, мы разберемся со вновь прибывшими и на сегодня закончим, потому что уже подустали, честно. Очень сильно. Ты ехал. Чего там делают? Блин, да офигеть их тут. Мне кажется, нас пытаются убить. Да не, ты что? Только не эти ребята, да? Что ж за прыгуны-то эти, а? Прыгуны, да, реально, достают. Гады. Да блин, смотри, бежит от меня. Убери уже, ну. Это стоит. Хватит гоняться за ним, а? Ну, харе, блин, ну это же было... Посмотри на... О-о-о. Посмотрел бы на его лицо, это же просто... Я видел, как он с паникой в глазах бежал от тебя. Он меня прикончит такой. Да, ну в общем у нас осталось... Кстати, где наш квадрик? У нас осталась дорога к последнему пункту. После этого мы либо найдем своих членов отряда, либо я не знаю, потому что... Ну это вот у нас изначально было несколько задач, и мы практически все из них выполнили. Как минимум что-то после этого произойдет.
Ну, узнаем мы это, я думаю, в следующей серии. С вами были бойцы ODST, Джек Шепард, я Артур. Всего хорошего. Пока.